Что вы думаете? Я ничего не думаю. Где мой муж? Извините, но вы не могли бы, пожалуйста, ответить на... Вас как зовут? Меня Райнер. Так вот, Райнер, сядь своей бронированной жопой на стул и ответь на мой вопрос. Скажите, вы же, наверное, слышали последние новости, что Китай объявил гомосексуальность болезнью? Радужно, пох. Пожалуйста, не материтесь, это выйдет в прямой эфир. Да мне как-то поеба... Вы же понимаете, что ваши отношения теперь опасны. Гусуланевское охреневание. Я знаете, что сейчас понял? Мы же теперь как коронавирус. Руководство может нас уволить, если мы будем снимать вас вместе. Любопытно. В следующий раз в вашей студии переспим прямо на камеру. На самом деле, мы уже давным-давно в курсе всей этой ситуации, и, к сожалению, я даже перестал носить наши обручальные кольца. Все их носят, если вы могли заметить. Да, все кольца теперь ношу я. Гений маскировки. И все великие слепые, а у меня на руках теперь ювелирный магазин. Почему на всех мероприятиях вас рассаживают? Спросите это лучшего. Да потому что у нас руки не контролируются. В прошлый раз, когда вместе сидели, все уже вышли на сцену, а мы продолжаем сидеть, потому что у нас встало все, кроме тела. Он весьма все подробно объяснил. Да, поэтому и отсаживают. Мы слишком много с ним разговариваем. Он не это сказал. В смысле он не это сказал? Есть что-то, что вы хотели бы сказать китайскому телевидению? А матом ругаться можно? Нет? Ну, я тогда, пожалуй, помолчу. А хотя, знаете, идите-ка нахуй. Что бы я хотел сказать китайскому телевидению, а чё ответил? А маты пропускать? Ну, пропустите. Он ничего не сказал. Это мой мужик.